Всем привет, кто нас смотрит и кто просто так зашел на наш канал. Мы из Эстонии. Сегодня мы снимаем очень необычный выпуск про камеры, скоростные камеры, которые установлены под Нарвой, Водовирума. Если вы хотите узнать, есть ли в этих коробках камеры, ставьте пальчики вверх под этим видео. Давайте наберем хотя бы 50 пальчиков вверх, и мы тогда опубликуем это видео. Всем привет и удачи! Встретимся на канале, мы из Эстонии. Санта, она уже еще не вышла, но уже замерзла. Всем привет! Вы на канале, мы из Эстонии. Сегодня мы поехали в Таллин проверить дорогу. Вот привет! С нами едет Санька. Я шубки. С вами! Мы сегодня поехали в Таллин проверить, как дорога, посмотреть дорожное покрытие, много ли на дороге снега. Все снимем, расскажем, покажем. Мы едем сегодня на совсем другой машине. Не на белой большой, а на черной маленькой. Эта машина более экономичная и более шустрая. Чтобы вы понимали, сколько сейчас снега в Эстонии, Саня, Сани по уши. Посмотрим, как выглядят эстонские дороги. Все запишем и покажем. На выезде из Нарвы все чисто. Асфальт чистый, никакого снега, никакого льда. Просто мокрый асфальт. Да, видимо, уже этот участок дороги уже обработали солью или чем-то подобным, каким-то реагентом. Посмотрим, что будет дальше. На подъезде к Соломяй кое-где есть снег на дороге. То есть снег в основном уже растаявший, лежит посередине. Но дорога по-прежнему нормальная, не скользкая. Небольшая каша на асфальте, но ехать можно. На подъезде к Ихре дорога не чищена. Да. В общем, можно так сказать. Она, видимо, где-то посыпана, но снег не убран. Машина, наверное, вряд ли. Да, на асфальте имеется колея. Зато деревья красивые, беленькие. Да. Видимо, недавно здесь прошел снег, дорогу не успели почистить. Вот как раз видно поворот на Тойло. Это вот в районе поворота на Тойло такая дорога. Будьте внимательны. Повороты вообще не почищены. Да, дорога начинается уже опасная. Быть опасной. Начинает быть опасной. Да, дорога начинает быть опасной. В самом городе Ихве дорога тоже не почищена. Вообще не почищена. То есть то, что машины наездили, то и есть колея. Снег на дороге, грязь, жижа, каша, или как это правильно сказать? Плавун. Благо в самой колее асфальт. Машина идет уверенно, но обгонять по такой дороге я бы не решился. Да, здесь что-то даже скользкое. Да, на нашем скоростном шоссе тоже дорога не убрана, снег лежит. Дорога скользкая. На дороге каша. Автомобили движутся медленней. Машина уже маленько носит. Держи крепче. На нашей машине установлена грузовая зимняя резина. На резине шипов нет, только ламели. Глубина протектора примерно 8 миллиметров. А должна сколько быть? Новая резина 10. То есть у нас почти новая. Вот. Вообще не почищена. Да, как мы видим, дорога вообще становится не почищенной. Даже никто здесь ничем не поливал, не обрабатывал. Едем по укатанному снегу. Значит, нарские молодцы. Скорость 70 км в час. Машина уже существенно начинает таскать со стороны в сторону. О, пожар. Да, навстречу уже едут спасатели. Вот, едем дальше. Сейчас мы будем проезжать поворот на Куклаярви. Здесь дорога более-менее нормальная, чем-то уже обработана. Видимо, уже обработали какими-то реагентами.
помощью которых тает снег на дороге. И этот реагент очень хорошо забивает стекла. Даже щетки. Помимо того, что он чистит дороги, пачкает стекла. Пачкает стекла так, что никакая жидкость не помогает очистить стекла. Едем дальше в районе Кукурузы. Тоже дорога нормальная. Снег растаял. Каши на дороге нету. Ну, вокруг черные тучи, что, скорее всего, вероятно, пойдет снова снег и дорогу заметет. Вероятнее всего. Да. Барометр болит. Да. У меня голова как барометр. Ну, это естественно, что. Вот. На дороге снега мало, дорога чем-то обработана, снег тает, все в порядке. Тучи черные, строем ходят. Там на горизонте есть море. Я боюсь, что оно будет сливаться сейчас с тучами. Ему не очень будет видно. Снег начинается, как мы и предполагали. Барометр не обманул. Убирай свои дворники. А что толку-то, что ты так быстро проедешь, если не видно будет? Вот крест стоит с правой стороны. Было бы хорошо, конечно, его заснять. Он очень-очень древний. Там что-то написано, но я как-то останавливаюсь. Там не прочесть, но надпись есть. Это можно в интернете поискать, посмотреть там. Подъезжаем к повороту на Азере. Вот сейчас у нас уже что заканчивается и Давирма Макан. Что у нас Макан такое? Районы или это как земля? Дорога скользкая, машину начинает потихоньку водить. Видимо, под снегом еще маленький ледок. Асфальта, видимо, уже там нет под снегом. Такие вот у нас еще имеются камеры дорожные в виде столбиков. Будьте внимательны. Кто это тут сбежал от меня? А? К папе ушла? Предательница. И нечего мне здесь язык показывать. Так вот и заканчивается и Давирма. Начинается Европа. Начало Европы даже обозначено значком европейским. Это точно. Ляновирма. Вот, да. И Давирма заканчивается, въезжаем в Ляновирма. Ляновирма. Это так же, как и Давирма. Дорога такая же нечищенная. Идет снег. Видно впереди на 15-20 метров. Все белым-бело. Вот. Дорога скользкая. Едем 80 километров в час. А наверху солнышко есть, представляешь? Да, и синее небо. Кусочек. И ветряк ниоткуда всплыл. Ветряк стоит. Да, давайте вот этот посмотрим. Ветряк, он здесь поближе. Громада такая огромная. Снег закончился, снег. Ура! Снег закончился. Вон там еще один ветряк, да. Даже солнышко пытается выглянуть. Подъезжаем к Перуникула. Дорога снова более-менее. Да здесь она тоже нормальная была. Просто здесь, видимо, снег прошел, а прошел только тут. Дорога чем-то обработана, снег на ней тает, все в порядке, едем 90, все нормально. До Таллина осталось 125 километров, все нормально. Там куча всего, лежит куча зарядок. Того, как мы въехали в Ляновирума, дорога стала совершенно чистой. Здесь дорога убрана, в отличие от Идавирума, где дорога просто тает, где дорога просто заезжена машинами, и снег просто тает под колесами машин. Здесь же дорога посыпана и убрана при помощи спецтехники. Вот мы подъезжаем уже к повороту на Ракваре. Дорога не почищена, не обработана, не почищена. Снег лежит прямо на дороге, дорога скользкая, снег укатанный.
дымит черный. Зимнее солнце. Все, зимы-то нет. Только весна. Ой, осень. Да, мы едем сейчас в районе Кадрина. Вот, дорога нормальная, чищенная. Только мокрая из-под колес. Впереди идущих машин летит всякая гадость, прям в стекло. Ну, дорога нормальная, ехать можно. Машина идет ровно, не прыгает, не скачет, все в порядке. Едем дальше. Красивый лес, красивый, красивый. Какая красота. Снежные лапы такие у елочек. Проехали место, где было написано Кынью. Дорога в этом месте нормальная. Кынью. Почему Кынью? Кынью, потому что там было слово Кынью. Ударить не надо. Не надо? Ну ладно. Ударный будет там на две. Вот. Проехали место под названием Кынью. 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 Дорога в этом месте нормальная, до Таллина 58 километров. Кынно. Вот. До Таллина 58 километров, дорога нормальная. Не сказать, чтобы почищенная, но снега на ней не видно. Видимо, уже сам по себе растаял. Вот. А я тебе могу сказать интересную вещь. Снега не видно, потому что за окном грязно. Да. Ягола. До Таллина осталось примерно 25 километров. Дорога здесь тоже более-менее нормальная. Да нормальная. Все растаяло, видимо, чем-то обработали уже. Можно ехать по двум полосам. Вторая полоса тоже почищена. Все в порядке. Однажды зимой, когда это озеро было замерзло, было замерзшее, на нее сел на это озеро совершил аварийную посадку самолет этой почтовой службы ДПТ или ЮПС какой-то такой. Прям на лед. Я уж не помню, чем все это закончилось, но. В каком году? Не знаю, лет 5 назад. Да ладно. Что-то случилось, у него была какая-то проблема с шассиями или что-то типа этого. И здесь рядом аэропорт, видимо, ему разрешать не дали. Разрешать. Не разрешили садить самолет в аэропорту, чтобы он не поцарапал им покрытие. Пилот принял решение посадить самолет прямо на лед. Но он, наверное, не просто ведь так. Он, наверное, точно должен был знать, что лед его выдержит. Ну, а там уже нет никаких вариантов, что есть, когда самолет уже... может заканчиваться или еще что-нибудь. А куда садиться? Ну а если бы он утонул? Если бы он сел бы на шоссе, представляешь, сколько машин могло бы пострадать. А если бы, а он мог сесть? Ну, провалился и бить на него. Да, конечно. Перед Таллином тоже дорога чистая. А еще перед Таллином они не почищены. Три полосы, все почищены, снега вообще нету. Смотри, какой знак на машине. Около машины, чтобы собачки не гадили. Странно. Писить нельзя, писить. Писить нельзя около машины. И вот мы въезжаем в Таллин. Или Тайги. Мы наконец-то доехали до Таллина. 210. Короче, здесь неинтересно. 210 километров пути пройдены. Дорога была нормальная, да, дорога только была, их и не почищена. Вот, наверное, самая интересная дорога. Как в России. Да, она похожа, как в этом, да? Где мы тогда были? Китоножки. Дорога перед самим Таллином больше напоминает дорогу в России. А мы не здесь сворачиваем? Нет. Они в
дорога хорошая, есть и такие участки, что оставляют желать лучшего. Точно такая же дорога была в Долбенькино, как же там называлось? В Дмитриеве. Но там была хуже, здесь чуть-чуть получше. И никто не жалуется. Да, все ездят, все нормально. Это ведет специально такая дорога сделана, чтобы с машины весь лед отваливался, который прилип во время дороги. Вот, а здесь на подъезде к Таллину сделана такая дорога. И ты когда едешь по этим кочкам, у тебя из-под подкрыльников весь лед, снег, все вываливается. И машина в Таллин езжает чистая совершенно. Ну, там город чистый. Да, и таким образом город не засоряется. Вот мы и приехали в Таллин. Мы уже и уехали. Да, дорога нормальная, до Таллина доехать можно. На этом мы заканчиваем свое видео. Куда-то там мама показывает, непонятно куда. До новых встреч. Если видео вам было полезно, ставьте пальчики вверх. Если видео не понравилось, ставьте дизлайк.